У Балтийского флота появилось новое руководство. Исполнять обязанности командующего будет вице-адмирал Александр Насатов. Руководство штабом доверено вице-адмиралу Игорю Мухаметшину. Об их официальном назначении сообщил сегодня на селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу. Прошу заместителя министра обороны, главнокомандующего военно-морским флотом, командующего войсками Западного военного округа, руководителя центральных органов военного управления, а также новое руководство Балтийского флота совместными усилиями принять исчерпывающие меры для исправления сложившейся ситуации и наведения порядка на Балтийском флоте. Как подчеркнул глава Минобороны, повторную проверку на Балтийском флоте проведут уже в конце этого года. Напомню, бывшие руководители были отстранены от должностей и представлены к увольнению со службы 29 июня. Как пояснили в военном ведомстве, решение связано с серьезными упущениями в боевой подготовке и докладами, в которых предоставлялись недостоверные сведения о состоянии дел на флоте. Тогда вместе с командующим и начальником штаба были отстранены еще 50 высокопоставленных чиновников Балтийского флота. Также сегодня Сергей Шойгу объявил еще об одной кадровой перестановке. Исполнять обязанности командующего войсками Южного военного округа теперь будет генерал-полковник Александр Дворников. До этого он руководил группировкой российских войск в Сирии.